Всем привет! Смотрите, что я нашла! Такие у меня уши смешные. Я, в общем, сегодня убиралась вот здесь, в этой комнате, в спальне. Перебирала шкаф, потому что у нас уже, как вы могли заметить, очень сильно потеплело. Все кофты, все-все-все это убирала. Доставала шорты уже. Вот. И я уже устала. А, ну и нашла вот эти вот ушки, как раз скоро Пасха, и мне кажется, надо будет их обязательно надеть. Не знаю, может, какое-нибудь видео снять у них прикольное. А еще весь вот этот вот шкаф практически уже заполнен просто кофтами всякими. У меня туда вся летняя одежда практически влезла, а зимняя одежда туда не хочет лезть, вообще не хочет никак. Ну, потому что кофты, они массивные все, и, в общем, половина кофт в стирке, и куда их вообще складывать, я не представляю. Вот такая вот у меня сегодня проблема дня. Куда складывать одежду? Почему-то ее как-то очень много накопилось за зиму. Прям я удивлена. Пойду сейчас, кстати, готовить вкусный и очень полезный обед. Покажу вам, что получилось попозже. На обед у нас сегодня кино с креветками, авокадо и желтыми вот такими помидорками. И надеюсь, что Паше понравится. Всем приятного аппетита. Ребят, привет. Мы сегодня идем к Стасу на день рождения. И угадайте, сколько часов уже Катя одевается. Она перемерила весь свой гардероб. Да потому что я не знаю, куда мы пойдем. Она что-то оденет. Здесь что-то не то, здесь не то. Я бы это уже носила. Я говорю, одень это. Мы что, в поход идем? Я говорю, ладно, одень это. Мне жарко будет. Ну, вот туда вот это. Ну, в этом я замерзну. И так час уже, она собирается час. Скажи, что такое не всегда. Скажи, что такое не всегда. А мне говно смешно. Она говорит, помоги мне одеться. Это откуда значит, что у тебя есть? Да это потому, что я все перебрала, а все какое-то не то, некрасивое. Теперь, наверное, все ждут какого-то великолепного наряда. А его не будет. Для начала нам надо купить Стасу какой-нибудь подарок. Мы приехали в Total Wine, купим ему какого-нибудь офигенского пива. Он его обожает. О, очень красивая. Красивая бутылочка. Тут просто 6 отделов с пивом. Я не знаю, какой Стас любит. Вот это второй, третий, четвертый, пятый. Тут все тоже пиво. Что, 7, 8, 9, 10, тут все в пиве. Пашка с пивом! Фу. Я взял 6 разных, все попробуем. Ну что, куда ты нас везешь? Я вас везу в секретное место. Стас нас просто куда-то на окраину Лас-Вегаса везет. Мы уже едем час, тут темно, ни света, ничего нету кругом. Мне кажется, он маньяк. Фонарики. Ну, ты помнишь, что у меня ружье есть? Сейчас будете бегать. Вообще просто. Только походит в темноте. Он говорит такой, ладно, поехали, вы там один раз всего были. Я такой думаю, ну куда мы едем? Сан-Диего, наверное. Мы так далеко от стрипа отъехали. В Пашином голосе потаился страх. Вообще мне страшно. Здесь же были. Нет. Вроде нет. В этой башне сейчас колокольчик звонит. Да, только что в 7 часов вот этот колокол бил. Так зловеще. Я, короче, знаю, куда нас Стас привез. И оказывается, мы тут не были. Так что будет прикольно. Это все была клевета. Я же говорил, ты клевечишь. Мы давно хотели сюда съездить. Ну вот. Далековато от нас это находится. Мы во Флоренции. Стас, ты брал с собой маршмеллоу? Маршмеллоу? Да. Пойдем. На костре не подожгем. На костре подожгем сейчас. Кстати, Хилтон отель тут. Да, смотри. Что? Смотри, тут какая-то штучка. Скидочка на что-то. Прикольненько.
Да, ты смотри, куда я тебя привез. Вот концертик, вон про тот концертик я говорил, то, что музычка бесплатная. Там яхта какая-то, смотри. Ну вот по летом, кстати, нужно вот эта яхточка посмотреть. Угу. Это мост, как во Флоренции. Вообще шикарно видно все. Под ним можно на лодке поплавать? Да, вот там можно поплавать. Красиво, надо сюда днем приехать посмотреть. И на лодочке покататься. Да. Вот хотим в следующий раз взять вот такую маленькую лодочку днем и покататься здесь. Там можно туда уехать далеко. Вот туда. Мы из Лас-Вегаса попали в Италию, во Флоренцию. Прикольно? Очень. Был ты в Италии? Я нет. Была. Я не был. Хоть посмотреть, как здесь днем. Стас его убил. Такие тут все кафешки милые. Пёсик! Кто-то, кстати, говорил, что нас пёсики преследуют. Они нас не преследуют, тут просто у каждого второго есть собака. Мы не смогли пройти мимо шоколадной фабрики. Какао пахнет, какао! Как вкусно пахнет! Ого! Чё, это пицца шоколадная как бы? Шоколадная пицца! Прикольно! Что тут еще? Печенюшки. Какая прелесть. Мишка. Губы. О, там вот конфетки. Наверное, очень вкусные. Мороженое. Забавно. Мы идем в итальянский ресторанчик. Какое-то прям красивое место. Мы идем на улицу. So you have to cut a thing, then you have to pound it with a special hammer and make it nice and thin. Those are scallopine, and they give you three, always three medallions. Which one you want? Классный у нас официант. Стас заказал вино, и он сейчас нам рассказывает. Нам принесли уже салатики. Как все красиво выглядит. Стамбатский сюрприз, игрушка. Вот она. Но она прям как масло, он сказал. Вау. Италия, мабен, мабен. Буррата называется, да? Да, все, буррата с сыром. Что это такое у тебя? С кальмарами. С томатным соусом? У меня вообще громенская пиццушка. Стасику принесли макароны, как он сказал. Ну а что это? Домашние макароны с креветками. С улитками, которые в огороде ловят. Всем приятного аппетита. Представляете, мы встретили здесь русскую девочку. Да. Она так рада, что мы тоже русские. Я очень рада. Я говорю, здесь 8 месяцев одна живу, мне так скучно, ребята. Можно я к вам перееду? Ребят, костер превратился в дом 2, это лобное место. Там где-то Бородина и Ольга Бузова. Минус 30, друг стало на улице, смотрите, окна замерзли. Ну, шпе прям. Маша, бабене, бабене. Бабене, бабене. Стасик, бабене? Бабене. Мы уже едем обратно домой. Да, с пустыни. Ну, из страшных мест. Красиво так. Она пришла нас встречать. Ребят, Катя покрасила слегка. Всегда мечтала розовые волосы. У меня новый этот новый хэрстайл. Хэрстайл. Я еще и постриглась так-то.
А, ну да, неплохо. Как думаете, мне пошло бы каре? Мне кажется, норм было бы. Ну, а тебе розовые волосы бы пошли? Я, да. Вот Паша, ты меня вот тут не скрыла. Я-то скрыл тебе все качественное. Не знаю, как. Я не знаю, как ты скрыл. Держись тогда сам. Стас. Пока-пока. Пока, именинник. Капусты. Долго тебя ждать? Чего? Полчаса уже сижу. Ага. Я буковал только босс. Бомжик кот наш. Остановились проверить почту. Делаем ставки, пришли ли там Катя по ссылке или нет. Мне кажется, ну парочку точно есть. Да, одна как минимум. Ой, что-то прям много как-то. Тебе пришло две посылки. Вот эта маленькая одна. Я вообще ее не заметил среди газет этих. Пришли домой и включили увлажнитель воздуха. Кто-то уже пользуется увлажнителем воздуха, напишите, помогает ли вам. Нам вот вроде помогает, но я бы не сказала, что прям вот, ну, очень помогает. Но я чувствую, что с ним воздух как-то не такой сухой. Что пришло вот в этой маленькой посылочке, я не помню, но я не буду ее сейчас открывать, потому что я заказала много всякого с AliExpress. И хочу снять на свой канал видео, где я уже открою много-много всяких посылочек. Мы завтра очень рано встаем, едем на гонки на Скар с Надей и с Вайдом, поэтому мы уже пойдем спать. Так что всем пока-пока! Всем пока!